17 июня в кафе-клубе «Лофт» открылась выставка украинской фотохудожницы Анастасии Варвариной «Искусство момента». Основное направление творчества, выбранное Анастасией – уличная фотография. В рамках выставки представлены работы с изображениями городов Америки, Турции и Украины. Я представляю выставку «Искусство момента». Почему искусство и почему момента? Прежде всего, я хочу напомнить людям, что фотография – это искусство. Искусство создавать момент. И здесь представлены все фотографии именно в этой тематике. Искусство момента. Здесь вы увидите и салют, и моменты из жизни людей, и моменты из жизни городов, архитектурные какие-то пейзажи. Все работы Анастасии – это традиционная ручная съемка на пленку, без использования современной цифровой обработки. Люблю пленку, люблю ощущение затвора, люблю процесс проявки, то, как вы сами мешаете все реактивы, сами как проявляется пленка, как вы видите, как возникают эти кадры. Для меня это процесс творчества, прежде всего. Вот именно весь этот процесс для меня очень важен. Важным для фотохудожницы стало и то, что данная выставка является первой ее экспозицией. Почему местом проведения стал именно Кишинев? Во-первых, я очень люблю ваш город. Я сюда часто приезжаю. Здесь достаточно интересная художественная сцена, и у вас достаточно много арт-кафе, где проходят выставки. И поэтому вот так получилось, что выставка, которую я планировала достаточно долгое время, первая показывается именно в Кишиневе. После этого она уедет в Одессу. Выставка проходит в Кишиневе при поддержке посольства Украины в Республике Молдова. У нас такого рода мероприятия проводятся довольно часто. Мы проводим практически каждый месяц, организовываем художественные выставки. В этот раз мы решили чуть-чуть изменить формат. Обычно мы проводим это в наших, либо в культурном центре, либо в посольстве. Впервые мы решили организовать это в более неформальной обстановке. По моим ощущениям, атмосфера располагает к общению, работы художников. Действительно, это одна из таких молодых, но талантливых очень девочек наших. Я думаю, что это первая, но не последняя выставка такого формата в Кишиневе. Своими впечатлениями о выставке поделились и гости. Я фотографа знаю уже некоторое время. Вот, знаю, что она занимается фотографией полупрофессионально, наверное, потому что, насколько знаю, это ее первая выставка и фактически вот первый шаг к профессионализму. Вот, и я желаю Насте, чтобы у нее все получилось, потому что фотографии действительно очень красивые и интересные. Есть мгновения, которые вернуть невозможно. Вот при помощи фотоаппарата Настя запечатлела очень интересные, очень приятные моменты. Мало того, что мне больше всего понравилось, это то, что на фотографиях есть совершенно обычные ситуации, совершенно обычные кадры, которые на ее фотографиях, они обретают свой особый смысл, свою какую-то особую жизнь. Я то, что вижу сейчас, меня это как-то окрыляет, потому что это через юношеские вот эти глаза, через этот аппарат волшебный, виден другой мир. Это здорово, что одесситы приезжают к нам и вообще как-то показывают свое лицо, свой мир. То, что Анастасия делает, мне кажется, это очень хорошо. Я очень рада, что она себя проявляет именно в этом виде творчества. Я надеюсь, что она будет развивать дальше свои работы. Ну, мне очень нравятся ее работы. То есть она вся в них, как я вижу. Какая фотография вам понравилась больше всего? Не могу их разделить, потому что они, вот как-то, мне кажется, одна композиция идет. Фото, города. Ну все хорошо. Выставка Анастасии Варвариной продлится до 10 июля.